Сегодня 30 июня 2017 года. С братьем мы загрузили ветки на костер. Я вот сижу на зелке на машине. Высота, конечно, большая, опасная такая. Вот наши стояки, вот они торчат. Еще один борт по высоте. Вот, вот отъезжаем. Господи, благослови, спаси и сохрани. Я как-то один раз ехал с одним трактористом, он завалился трактор, скатился со стога сена. Потому что это не так-то все просто. Вот. Вообще не видать, даже кабину не видать. Вот, слава богу. Зато очень удобная тут постелька на веточках. Ляжешь и лежать можно. На небо-то некогда смотреть, а тут хоть смотреть можно. Молиться Господу за чудные дела его славословить. Вот наш дом. Не, видать, вообще не видит. Тут уже Игорь Барабаш вчера скосил. Вот Никитин дом. Проезжаем. Кроется. Вон братья работают. Косят. Перец смотреть. Высота не детская, вода почти рядом. Это гречка у Игоря Барабаша посеяна, зашла в Гашодах. Дождичка не хватает только. Вот. Вот проезжаем наш бывший лагерь, виднеется. Сегодня у нас пятница, будет костер, даст Бог, вечером. Опять будем Господа славить, благодарить Его за чудные дела. Там пруд, мы его называем костровый. А там в нашей коровке пасутся. Ой-ой-ой. Здесь это опасное место. Ямина. Роман ездит, конечно, надо не по асфальту, надо потише ездить. Ой-ой, очень опасно. Хватит! Нормально? Нормально, только Роман по кочкам потише езди, я чуть не вывалился. Все, все, камеру кто возьмет? Никита, где? Роман? Это. Отдай ему камеру, пожалуйста. Никите, отдай камеру. Брат, возьми-ка камеру. Сначала эти палки выйми, которые. Понял? Да, понял. Нормально, чтобы не было блестя в порту, да? Я за эти стояки уйду.
вроде работает. Он еще внутри происходит в кабине. Машкара и оводы там ласкают. Не, ничего нету. Оператор, слушай, шарманку, их загружай. Да, я, наверное, выключаю, потому что у меня комары съедят заживо. Надо было меня сюда же. Не кладить хотел? Так, вторая последняя ходка, чтобы выразить всю эту чечу. Уже ложили по новому способу, чтобы вручную не скидывать каждый раз все ветки. А так расположили, чтобы они скатывались по верхнему, а снизу тоже высыпались, и чтобы не мешали друг другу. Ну, сейчас должно, может, получиться. О, как мы хотели, примерно выходит. Верхний слой съезжает по веткам длинным, мы положили их поверх борта. А под ними мелкие всякие разные. Немножко оно застряло что-то, но это сейчас оно разом все рухнет. О! Ну, половина плана сработала. Только стояки надо было убрать.
Половина плана сработала. Это неплохо вышло, но должно было нижний слой, который лежит на дне, выйти здесь. Подожди, брат, сейчас дорогу завалим. Может как-то отъехать назад. Потом перетаскивать. А мат, сейчас здесь перегородишь. Ну и что? А тут люди ходят. Будет в первую очередь, брат. Давай перейдем, да? А она не в первую очередь не пойдет, а не сырит. Туда же, наверное. Куда он лишний раз? Он по косам едет. Давай, я понял, вот и по. Она поднимет. Нет. Давай, опускай. Давай еще. Роман, еще сзади. Еще назад немножко. О, ничего себе еще, там. Еще. Давай, вылазим. Не пойдет? Старики будут мешаться сейчас. Держит. Не держит корова, пускай. Так, аккуратно. Надо пока его сейчас будет оттянуть. А так. Будет нормально. Все? Если все поднялось, все. Вот. Я подниму. Может отъезжать. Не сильно быстро, чтобы он успевал не бежать. Надо как-то дернуть, что ли, чтобы он вниз пошел. Ничего нет. Нет, не идет. Давай назад. Опасно как все. Давай назад. Надо назад было сдать. Она не сползает, нет? Нет. Она немножко сползла, но задержалась сейчас, стоит. Чё так? Хорош, еще. Что ты хочешь? Назад бы еще. Назад, дай. Все, надо помогать, наверное. Мы сейчас завалим тут покос этот. Нужно назад съехать. Назад, дай.
Тяни, давай, это надо подпереть и тянуть. Вот так все подкосит. Чуть-чуть потяни, я подержу. Я подержать могу. О, чуть-чуть, чтобы она сдвинулась с места. Где-то она застопорилась. Как листики дрожат в такт двигателю машины. Ладно, брат. А она будет помогать братьям.